дорогие товарищи, здравствуйте. Сейчас на видео середина января, ребята. Здесь у нас первый снежок. Это архивное видео. Мы вышли с сынули погулять и подняли зайчика. Он, конечно, особо не пытался от нас убежать, потому что понимает, что от нас угрозы ему нет. Но потом мы решили поднять все-таки дрон и понаблюдать за ним. Какое его будет действие, противодействие, как он будет реагировать на дрон. Интересно все-таки сверху понаблюдать за зайчиком. Ну и, естественно, показать вам, ребята, просторы наших полей юга Украины, Херсонской области, Береславский район конкретно. Редкость для нас, такой снег, это редкость. Но бывает, иногда бывает, радует нас. И мы, естественно, всегда пытаемся использовать этот момент, чтобы походить, подышать воздухом. Конечно, на лыжах бы лучше поездить здесь было, но невозможно. Вот видите, что зайчик делает. Хитрый. Дальше некуда. Кажется, ну что там то заяц? Говорят, лисица очень хитрая, а заяц нет. Да нет, ребята, заяц очень хитрый. Смотрите, он подлетел под дрон и прячется так, что его не снимешь. Вот сейчас в поисках, видите, мы его потеряли. Не поймем, где он делся. Как ни странно, кажется, то он же под вами, да? Да понятно, что под нами. О, вот он пошел. Смотрите. Он прятался и решил спасаться в лесопосадке. Он впереди лесопосадка. Конечно, раньше эта лесопосадка была большая, высокая, толстые деревья. Ну, понятный вопрос. В последующих видео я вам расскажу, покажу, что такое посадки, что такое варвары, ну и так далее, все прочее. Ну, не об этом сейчас. Я говорю, я люблю за такими вещами наблюдать. И вам хочу показать это, потому что не каждый это видит, ребята. Да 99% населения этого не видят и не знают. Сидят возле компьютеров, играют в игры, в танки, всякое и так далее, все прочее. Вот где, ребята, игры. Самое настоящее. Он даже мелькнул, какой-то хищник или лунь, или зимняк. Что-то такое. А зайчик прячется в посадке. Почему? Потому что природа его наградила этим свойством. Инстинкты срабатывают. В посадке его хищник не может взять. За деревьями, за кустами он спрятался, а его никакой хищник не возьмет. Даже лисице тяжело его будет взять здесь в зарослях. Как есть мультик, помните, когда лисица бросила зайца в кусты? Она говорит, только не в кусты, только не в кусты. Вот это вот пример яркий тому, что заяц любит прятаться от хищников в лесопосадках. Ну, естественно, от двухногих хищников не спрячешься. Сейчас многие охотники, ну, так называемые охотники, которые добытчики мяса, смотрят и за ружье хватаются. Ох, сейчас бы ему, как один товарищ мне говорит, я смотрю на твоих зайцев, и хочется ему между ушей выстрелить. Витек, я тебя понимаю, конечно. Но ты сам знаешь, я против такой охоты, ребята. Хотя вообще против охоты я ничего не имею. Совершенно. Если ты охотник настоящий и вытравил или вытропил зайца сам или с товарищем, а еще лучше с собакой, ребята, кто когда-нибудь охотился с гончаком на зайца, тот поймет. Эта охота на самом деле шикарнейшая. Сердце разрывается от радости. Это песня, просто песня, когда на тебя гончак выгоняет зайчика, и ты его спокойненько берешь. Без таких подранков, без ничего и все прочее. Но когда вот такое поле, когда вы видели вот сейчас, со всех сторон, четыре стороны окружили охотники, так называемые охотники, и сходятся. Одни в посадке лежат, ждут, а три сходятся на них, гонят зайца, ну и все, что там движется. И они охотники называются. Да не, ребята, это не охотники. Вы браконьеры, самые натуральные. Хотя, конечно, некоторые со мной сейчас будут не согласны. Ну, ребята, каждому свое. Я вижу так, вы видите так. И вот зайчик потихонечку уходит. Мы его потеряли. Вот просто пришлось подниматься вверх,
чтобы понять, куда он делся. Потому что он так резко делает движение. Вот он, видите, да, по дороге побежал и в поле. Спасается бегством. Он, видите, туманчик немножко, его все хуже и хуже видно, он вдали, вдали. И он, конечно, в конце концов скроется с наших глаз. Ну и за ним лететь далеко мы не можем, потому что расстояние уже 1,5 километра. Ну все, ребяточки, будьте здоровы. Пока.